Здравствуйте, дорогие участники 43-го сезона конкурса Golden Time Talent. Меня зовут Дмитрий Гончаров. Я рад приветствовать вас всех. И сегодня в очередной раз мне выпала честь и возможность оценивать ваше творчество и, соответственно, выносить решение. Так вот, по мнению радиостанции «Сфера Мьюзик», хочу сказать, что большинство из тех имен, которые я сейчас зачитаю, вы уже, дорогие друзья, готовые артисты, и на концерты многих из вас я бы уже кое-бы билеты. Итак, я оглашу имена 15 участников, которые, на мой взгляд, уже являются практически готовыми артистами. Что самое интересное, что география конкурса в этом году расширилась еще больше, и очень много радует. Привет! Особенно вашему президенту и всему казахскому народу за поддержку Украины. Итак, Мурза Сарпашов, Анна Жиган, Оксана Клименко, Санат Асад, Дина Мусабекова, Валерия Гришаева, Ольга Новик, Гаяне Гукасян, Жанна Ижевская, Гульсаят Гар Габдулова, Диана Сур, Гор Айрапетян, Алексей Легаси, Артур Сафаров, Рита Скачила. Еще раз скажу, дорогие друзья, вы молодцы. Было приятно на вас смотреть, было приятно вас слушать, было приятно оценивать в духе и о ваших именах на большей части нашей планеты Земля. Желаю всем успеха и мирного неба над головой.